Мой сосед был мрачный, жутко был он, словно сам не свой. А теперь над каждой шуткой он смеется, как больной. Был мой друг ужасно скромный, робок был и нелюдим. А теперь толпой огромной ходят девушки за ним. На вопрос мой, в чем причина, он ответил, как мужчина. Я с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Здравствуйте! Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие гости, участники сегодняшней передачи. В эфире «Сам себе режиссер». Вы знаете, именно с этих слов начинается каждая наша программа. Как рабочий день начинается с заводского гудка. И, может быть, просмотр нашей программы – это не такое серьезное занятие, как, допустим, работа на заводе. Тем не менее, к началу лучше не опаздывать. Отец, а ну проснись! А, чего? Закрывается ресторан. О, господи, я думал, гудок заводской на работу. Семен, ты что там делаешь? Да вот, девки все замуж повыскакивали, а я уж к коллективу привык, не с подручным ни одному. Ну-ка, девки, 3-4, все вместе. Ой, мороз, и мороз. Нет, все-таки правильно я сделал, что сегодня на велике поехал. Вон, автобус с троллейбусом стоят, трамвай вообще не ходит. В метро без акваланга не пускают. А тут сел по свежему воздуху, хорошо, и крути педали. Сейчас только Тину вытащу из цепи и дальше поеду. Зинульчик, Зинульчик, открой. Что значит Вера? Какая такая Вера? Это Гоголевский 8. Что значит не Гоголевский 8? Ну ладно, ну что за глупые шутки, прекрати, Зин. Да никакой они пьяные. Ай, ну Зин, ну открой. Ладно, хорошо, пусть Вера. Сейчас мы проверим, Зин, какая ты Вера. О, действительно, не Зина. Ага, значит, это не Гоголевский 8. Пардон. Если вы сильно перенервничали и хотите побыстрее успокоиться, то у меня для вас есть следующий рецепт. Выпиваете несколько капель валерьянки, усаживаетесь в кресло и берете на руки любимую кошку. Через несколько минут нервное напряжение как рукой снимет. Ну, если, конечно, от стресса вы ничего не перепутаете. Потому что если вы возьмете на руки кресло, а валерьянка достанется вашей кошке, то еще один нервный стресс вам обеспечен. Ну что это за валерьянка? Не берет, ни черта не взяла. О! Что это со мной? Аж приподняло. О! Все, домой, домой, домой. Там еще полпузырька допивать. Домой, 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 домой. Господи, Фунтик, ты это ж, где ж это был? Да ты посмотри на себя! У бобров, у них там день рождения. Они мне говорят, ты мужик? Я говорю, мужик. Говорят, вы выпьешь? Я говорю, выпью. Ну и выпил. Ой, Петровна, ты бы мне постелила? А, ну и ладно, я прямо здесь. Ну, хозяин, ну что мы в этот дом культуры приперлись? Ну, скукотища! Тихо, Барсик, это же оперетта «Летучая мышь». Как? А где мышь? Спокойно, спокойно, ее еще нет, это увертюра. А, понял. Ну, появится мышь, разбуди меня. Это куда вы меня ведете-то? На суд общественности. Граждане, не волнуйтесь, сейчас разберемся, у кого он что стащил. Очки, да? Брал у гражданочки очки! Чего? У гражданки, говорю, очки брал или нет? Чего, чего? О, под глухого начал косить, значит, брал. А теперь давайте перейдем от братьев наших меньших к братьям нашим большим. Ведь если животные для людей братья меньшие, то, соответственно, люди для животных братья большие. Вот давайте на них и посмотрим. Ну, то есть на нас. Что-то я запутался окончательно. Светка, ну вот что ты говорила? К вечеру будет ясно. Я зонт-то и не взял. Да я не про погоду говорил-то. А про что? Я сегодня была у врача, у нас будет ребенок, дорогой. Теперь тебе ясно? Теперь ясно. Семен, давай, наливай. Ну и мне тоже. Так, детишки, все денежку сдали? Так, Сидорову сдала, Петрову сдала, Иванову сдал. Так, Гершкович, ну что ж ты мне доллары-то суешь? Порядок, что ли, не знаешь? Ну ладно, на первый раз прощу.
17, 18. Хорошо, все уселись? Ну, поехали с подарками. В лесу родилась елочка. Кто там на халяву прицепился? Ну-ка, Киршкович, дай ему по рукам. Ой, тоска какая. Весь день стою, уж ноги затекли. Надо заканчивать. Девушка! Это вы мне? Вам! Музыку любите? У меня дом барабан есть. Поужинаем! Ну, я так и знал, что этим закончится. Милый, ты что, сердишься? Не, радуюсь! Я ж тебе говорил, давай у ЗАГСа встретимся! Ну, есть же такая традиция, жених заезжает за невестой. Традиция? Это в городе хорошо, где кругом асфальт. А ты-то живешь в такой... Да ладно, что я завелся-то? ЗАГС профукали, поехали, хоть в ресторан успеем. Ну что ж, а теперь пришло время объявить наш традиционный конкурс «Слабо» и представить его новых участников. Кстати, напоминаю, что все участники конкурса «Слабо» по итогам года могут стать обладателями вот такого ноутбука, предоставленного нам ведущим мировым производителем компьютеров и ноутбуков, нашим генеральным спонсором компанией CLR. Я не умею писать стихов, я не умею считать слова. Чего же зрители, когда меня увидели, сказали, где здорово живешь? Но чего же зрители, когда меня увидели, сказали, где здорово живешь? Меня зовут Дмитрий, я из города Москвы. Я хотел продемонстрировать вам то, что я умею. Я могу усилием воли погасить электрическую лампочку. Для наглядности я подключил в одну розетку параллельную лампу. Два года назад мы купили Запорожец, мучились с ним. И вот посмотрите, что мы с ним сделали. Итак,
Победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Роман Зайцев, город Тула. Проходите, Роман. Усаживайтесь поудобнее на эту удобную мебель. Ну и, естественно, я все-таки задам вам несколько вопросов. Вы профессиональный аквалангист? Нет. А как долго вы можете продержаться под водой? Ну, это был эксперимент, продержался минуту. Вот это за минуту? То есть кубик вы собираете за минуту? Ну да. А вы не пробовали так же с кем-нибудь в шахматы играть? Кто-то на берегу, а вы там. А если вывести какой-нибудь там перископ, чтобы видеть, как ходить? Ну, боюсь, не успею за минуту обыграть. Не, а есть же вот эти, как они называются, эти партии? Не экспресс. Блиц. Не пробовал. Но я надеюсь, что он в следующей передаче увидит. Ну, попробуем. Я вас поздравляю. Примите в подарок от нашей передачи вот эти традиционные подарки, в том числе и новый выпуск нашей фирменной кассеты «Перлышки», а также новый парфюм «Дизель». Сладкий подарок от фирмы «Лаки». От партии «Автомобильный клуб России» элитная членская карточка клуба, которая дает вам право выгодно застраховать здоровье. От наших друзей компании «Сенат», генерального дистрибьютора фирмы «Майнфорд», полный вкуснейший набор шоколада «Майнфорд». И, наконец, вот этот телевизор от нашего генерального спонсора компании «Силы». Ну что, поехали дальше. Зина, ты очки от солнца в чемодан положила? Положила. А тапочки и панамку положила? Положила. А купальник положила? Да положила. А чемодан под сиденье положила? Нет. Что, в багажное отделение сдала? Да нет, дома забыла я его. О, господи, как же ты поедешь? Налегке. Эта ложечка тебе, Кеша, а эта ложечка тебе, Иннокентий. Эта ложечка тебе, Кеша, а эта ложечка тебе, Иннокентий. Я не понял, почему вы называете его Иннокентий, меня просто Кеша? Ну, потому что он больше и сильнее. Да, но зато я старше и дороже. Дети, старайтесь, сегодня на соревнованиях присутствует великий японский мастер Гуньга Хон. Ну и рожа. Да это не он, это его собака. А он где? Он вон, во втором ряду сидит. Ну и рожа. Мам, ну не тискай меня, я хочу погулять, я уже большой. Мой сладкий. Я уже большой. Большой, ты мать не учи. А то как сейчас дам подзатыльник. Иди сюда, поцелую. А теперь подзатыльник. Я всегда с собой беру видеокамеру. А теперь наш генеральный спонсор, компания CLR, ведущий мировой производитель компьютеров и ноутбуков, представляет вам претендентов на победу в нашей сегодняшней передаче. Итак, первый претендент – автор фильма «Вечер трудного дня». О, господи, Фунтик! Ты-то ж где ж это был? Да ты посмотри на себя! Алексей Сазонов, город Владимир. Алексей, где вы это снимали? Это в Таиланде. В Таиланде? Да. На представлении? Нет, это, я думаю, такой аналог медвежонка из особенностей национальной охоты. То есть такой тайский слоненок. То есть он действительно надубасился? Думаю, что да. Русские туристы, там всякие проблемы. А у вас дома животные есть? Есть. Они пьющие? Нет. У меня собаки, их очень тяжело приучить. Но они наверняка сильно едящие. Да, ну это безусловно. Ну что ж, мы желаем вам удачи в нашем сегодняшнем конкурсе. Примите наши подарки. Во-первых, наши традиционные от нашей программы. Сейчас я их достану. Держите. От партии «Автомобильный клуб России» членская карточка клуба. Вот такой вкуснейший шоколад «Майнфорд» с именами любимых женщин. И, конечно же, фотоаппарат от нашего генерального спонсора компании «Селэ». Ну а мы с вами, дорогие друзья, переходим к нашему следующему претенденту. Это автор музыкальной комедии «Дядюшкин сон». А, чего? Закрывается ресторан. О, господи, я думал, гудок заводской на работу. Марина Фромешкина, город Киров, Калужской области. Марин, ну и где вы подсмотрели этот сюжет? Это не я снимала, это снимал муж в ресторане. Муж в ресторане снимал?
А что, вот этот вот, который не с саксофоном, он что, он просто заснул? Да, просто заснул. Старенький уже? Не знаю. А как вам пришло в голову? Вы первый раз участвуете в нашей передаче? Да, первый раз. Мужу пришло в голову прислать сюжет? Да. Но отправил он вас? Да. Как более подготовленного к телевидению человека? Нет, наверное, нет. Мы вам с мужем желаем удачи в сегодняшнем конкурсе и дарим наши подарки. Наши традиционные подарки от нашей программы. От партии «Автомобильный клуб России» вот такая членская карточка клуба. Шоколад «Майнфорд» с йогуртом из серии «Созвездия Зодиака» вкуснейший. И фотоаппарат от нашего генерального спонсора компании «Селлер». Ну, а мы с вами, дорогие друзья, переходим к нашему следующему претенденту. Это автор видеозарисовки «Снежные бабы». Да вот, девки все замуж повыскакивали, а я уж к коллективу привык, не с подручным ни одному. Александр Лапин, город Вологда. Можно сказать, уже ветеран нашей программы. И вот, кстати, Саш, вот вы уже не первый раз участвуете в нашей программе. Я помню, вы грозились, что будете еще участвовать и еще участвовать. Вы сейчас ощущаете себя уже таким профессионалом от передачи «Сам себе режиссер»? Нет, еще не ощущаю. Я думаю, лучшие сюжеты еще впереди все. То есть сейчас пока идет разминка так? Да, так все еще. То есть вы просто проверяете диспозицию? Да. Ну, и тем не менее, как уже такой ветеран, как вы оцениваете шансы своих соперников сегодня? Не, отлично все снято, сюжеты очень интересные у всех. Но надежда на победу осталась? Надежда всегда умирает последней, конечно. Ну хорошо, мы желаем вам удачи, дай бог, чтобы она не умерла, это ваша надежда. И примите наши традиционные подарки от нашей передачи. От партии «Автомобильный клуб Россия», России, членская карточка клуба. От наших друзей вот такой вкуснейший шоколад «Майнфорд» с орехами и с изюмом. И, конечно же, фотоаппарат от нашего генерального спонсора компании «Селлер». Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, пока зрители в студии будут оценивать наших участников и голосовать за того или иного претендента, мы с вами немножко отдохнем, посмотрим еще несколько видеосюжетов. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You know the sister was high class. Baby, that was just a lie. They said you was high class. That was just a lie. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Ну что ж, волнуйтесь и дрожите. Итак, победителем нашей сегодняшней программы и обладателем видеокамеры от нашего генерального спонсора компании «СЛР» становится Алексей Сазонов, город Владимир. Кровина, ты бы мне постелила, а? Ну и ладно, я прямо здесь. Проходите, усаживайтесь по традиции на наш диванчик для победителя. Ну и по традиции же, ваше слово, Алексей. Во-первых, очень приятно, что я попал в финал. Во-вторых, здесь появилось желание продолжить эту тему особенностей русского национального отдыха, еще прислать несколько сюжетов, может быть, уже с людьми отдыхающими. Ну что ж, мы вас поздравляем. Во-первых, вы получили шанс стать обладателем автомобиля АК, предоставленного нам заводом микрометражных автомобилей КАМАЗ и автоцентром АК на Алексеевской. Именно про этот автомобиль говорят лучше, меньше, да лучше. Ну а КАМАЗовское качество говорит само за себя. А пока примите от них подарки для вашего будущего автомобиля. От партии «Автомобильный клуб России» элитная членская карточка клуба, которая дает вам право выгодно застраховать имущество. От фирмы «Лакки» вот такой сладкий подарок. Кроме того,
От нас, от нашей передачи примите новый парфюм «Дизель». От наших друзей компании «Сенат», генерального дистрибьютора фирмы «Майнфорд». Полный вкуснейший набор шоколада «Майнфорд». Советую попробовать, мне очень понравился. И, наконец, наш главный приз – видеокамера от нашего генерального спонсора компании «СЛР». Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что по итогам года один из наших победителей станет обладателем этого автомобиля АК, производства завода КАМАЗ. Ну, а по итогам 12 передач один из участников станет обладателем вот этого компьютера, предоставленного нам нашим генеральным спонсором компании CLR, ведущим мировым производителем компьютеров и ноутбуков. Смотрите в следующем выпуске. Это не десант, это морская пехота. О, черт с тобой, любишь нырять, ныряй. Танец маленьких черных лебедей. Она мне и дала первый, а у меня седьмой. Ой. Все на борьбу за чистоту семейных отношений. А пакеты-то зачем? Ну как, теща полы помыла? Хоть какое-то уважение надо иметь. Вася, ты зачем червяка утопил? Ты что, на рыбалку, что ли, приехал? Тут закусить нечем! Все это немного, другое вы увидите ровно через неделю! Огромное спасибо всем гостям, участникам и авторам нашей сегодняшней передачи. Мы ждем от вас новые видеоматериалы. До встречи через неделю. Пока! Совсем был мрачный, жутко был он, словно сам не свой. А теперь над каждой шуткой он смеется, как больной. Был мой друг ужасно скромный, робок был и нелюдим. А теперь толпой огромной ходят девушки за ним. На вопрос мой, в чем причина, он ответил, как мужчина. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. У меня была жена, как у всех обычная. Что случилось вдруг, она стала симпатичная. Без стыда и без испуга заявила мне супруга. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру. Моей зарплаты мне хватало на три дня. А теперь не вру, ребята, есть деньжата у меня. Свадьбы, праздники снимаю и прилично получаю. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру.